Да чтоб тебя! Так, сегодня же итоговая контрольная. Странно. Где все? Где старик Уоррен со своим роботом? Может, какой-нибудь праздник? Так, Карл уж точно знает. Так, а вот это уже странно. До начала пары еще 40 минут. Может, он еще спит? Мужчина! Мужчина! Что за... Тот, кто может увидеть смысл в вещах, которые изначально его не имеют, способен узнать страшную тайну династии. Эта династия творит страшные вещи под видом хороших дел. Что за... Да что ж... Стойте же! Прошу, остановитесь! Что за... лаборатория? Но это же... Порой ветер времени и ременчив. Не дай ему обмануть себя. Кто ты? Что я тут делаю? Иногда золото сияет так ярко, что не видно истины. Но ты обязан ее разглядеть. Не дай династии убийц обмануть себя. Больше мы с тобой не увидимся. Запомни мои слова. Это был сон? Ну и жуть мне снилось. Здравствуйте. О, вы проснулись. Я приготовила еду. Хотите есть? Да, умираю с голода. Лёва, иди кушать. Иду. Извините, а вы... Я Ева, жена Артура. Он предупредил, что у нас гости. Мама, а у нас опять будет кролик на завтрак? Да. Но я не хочу опять кролика. Ешь, а то останешься без завтрака. Но, мам... Ешь, а то дух Фругум обидится. Ладно. Фругум? Это кто? О, вы, видно, не из наших краев, так? Ну, можно и так сказать. А что, заметно? Ну, естественно. Кто же из местных не знает про духа Фругума? А, это из религии? Верно. А вы астрологист? Я неверующий. О, понятно. И все же, откуда вы? Ну, я из... Он, наверное, из Лазури. Я видел его с дядей Грегом. О, правда? Вы знакомы с Грегом? Ну, да. А он про вас не рассказывал. Неудивительно. Мисс Ева. Миссис. Я замужем. Извините, миссис Ева, а где Артур? Он в кузне, пошел забрать свой меч и, скорее всего, опять заболтался с Виктором. Просто я бы хотел с ним увидеться. Хорошо, нам с Левой нужно сходить за водой, так что нам по пути. Томас, сейчас вам прямо, не заблудитесь. Спасибо. А, Томас! Что? Передай Артуру еду, пожалуйста. Хорошо. До встречи. Пока, то есть, до свидания. Извините. Я не могу, у меня клиент. Я ищу Артура. Не знаете, где он? А Артур-то? Да за кузней. Ростом помогает колоть. Спасибо. Эй, это... А ты этот, Томас, что ли? Да, а что? А, да не, я это, так, просто спросил. Артур! О, Томас, как спалось? Ну, пойдет. Ну, оно и понятно. Слушай, в будущем ты, наверное, уже убивать животных нет необходимости.
Ага. Просто, возможно, у вас все так ходят. А у нас ты выглядишь как белая ворона. Да еще и грязная. Да, но что мне делать? Тебе надо нормальную одежду. Виктор может тебе ее сделать, но с одним условием. И с каким же? Тебе надо пойти на охоту и убить своего первого монстра. А, ну действительно. Не волнуйся, я попрошу Грега, чтобы он сходил с тобой. Еще лучше. Да ладно тебе, Грег хороший. Просто хочет казаться очень грубым и черствым. Я даже не знаю. В любом случае, ответ от Голденбурга не пришел. А значит, у нас есть минимум день, чтобы научить тебя чему-нибудь. Ладно, но мне нужно оружие. Хотя, можно мне немного редстоуна? Зачем тебе этот мусор? Мусор? Ты шутишь? Эта пыль в таком виде почти ничего не стоит. В таком виде? Как вы используете ее? Делаем украшения. Это наш почти единственный заработок. Да и украшения получаются некрасивыми, так как при сложных формах он начинает крошиться. Ага, понял. И все же, можно мне горсть редстоуна? Да, бери. На. Ну, теперь я готов идти на охоту. О как. Ну пошли, герой. Артур, вы обещали мне рассказать про какую-то там резню. Слушай, тебе это действительно надо? Ну, мне интересно, в чем меня хоть обвиняли. А, что ж, это довольно печальная история, особенно для Грега. Это было 15 лет назад. Была война. Война между Каблфилдом и Редстоунвиллем. Каблфилд напал на Редстоунвилль. Спустя 3 месяца меня и новобранца Грега послали на самое важное задание. Убить Мариуса Гесса, лидера Каблфилда. Мы думали, что самое страшное уже позади, но мы опоздали. Мариус заслал кучу шпионов в Редстоунвилль, когда все спали. Шпионы подожгли деревню, перерезали огромное количество редвов и контратаковали армию Редстоунвилля. Когда мы пришли, мы увидели, как наш дом полыхал синим пламенем. Многие лишились родни. Грег тогда потерял семью, и я помню его взгляд. Было такое чувство, что в нем что-то сломалось. После нашего покушения и последующей смерти лидера Каблфилда, новый правитель Абрахам Тур дал приказ на отступление. Это и называют редвовской резней. Это просто ужасно. Теперь понятно, почему Грег такой отстраненный. Да, терять родных тяжко. Но не все так плохо. У него жена, 2 детей. И они ждут его в Приморской лазуре. Понятно. А вот и пап. Эй, Билли! Артур, привет! Какими судьбами? Да я Грега ищу. Я думал, он тут. А, он ушел минут 15 назад. А он не говорил, куда? А ты сам не знаешь, куда он после выпивки уходит? Артур? Что ты тут делаешь? Тебя ищу. Ну, я перед тобой. Что хотел-то? У меня есть одна просьба, но она связана с Томасом. Что еще? Пристрелить его, что ли? Грег, я серьезно. Я не хочу с ним нянчиться. Ясно? Но ты даже не выслушал. И не собираюсь. Ты просто хочешь, чтобы я обучил его чему-то, так? Ну, я хотел, чтобы ты сходил с ним на охоту. Даже так? Артур, ты меня совсем, что ли, не уважаешь? Грег, это последняя просьба, связанная с ним. А мне что за это будет? А? Пожалуйста, помоги. У меня годы уже не те, да и в охоте ты разбираешься как никто лучше. Ладно. Так как ты мой друг, я выполню твою просьбу. Я в долгу не останусь. Даю слово. Но это ради тебя, а не ради него, ясно? Спасибо, Грег. Спасибо. Дела у нас плохи. Новый правитель королевства Айронстоун разорвал с нами все дипломатические отношения. Ваше высочество! Ваше высочество! Говори, гонец! Вам письмо от Артура, лидера деревни Редстоунвиль. От Артура? Давно от него писем не было. Не тяни, давай прочти, что написал мне Артур. Уважаемый Генрих V, несмотря на наши дружеские отношения,
со скорбью сообщаю, что мы выходим из вашего альянса. Причиной выхода стала общая обстановка в мире. Мы не хотим участвовать в войнах. Просим вас отнестись с пониманием. Артур Ланкастер. Вот как. Ситуация все хуже и хуже. Сначала рыцарская хунта. Потом Айронстоун. И теперь наш близкий союзник Редстоунвиль. Писарь! Пиши письмо в Редстоунвиль. Ты все понял? Да, понял. Ты точно все понял? Понял, понял. Тогда пошли и убьем твоего первого монстра. Томас, а чем это ты осыпал паука? Он умер почти сразу. Это какое-то оружие будущего? Это обычный редстоун, только активированный. Редстоун? Что значит активированный? Это сложно объяснить человеку, который ни разу не видел это. Но если по-простому... Ты когда-нибудь замечал, что во время грозы железные двери открываются сами по себе? Конечно. Если верить писаниям Мадейры... то это духи Фармида. Они живут в цветах, но когда наступает гроза, они пугаются и прячутся в домах. А те, кто верит в астрангизм, думают, что это Холлор пытается найти свое тело. Холлор? Ты, видимо, совсем в религиях не разбираешься. Холлор — это бог, который скитался по звездам. Его не приняли, когда он явился на Землю, и сожгли. Но дух Холлора бессмертен, и теперь он пытается найти свое тело. Астрангист сказал бы, что эти попытки мы слышим прямо сейчас. Интересные версии, но этому есть нормальное объяснение. Ну давай, удивляй меня. Все дело в том, что молнии — это электрический разряд в атмосфере, который происходит во время грозы и проявляется он яркой вспышкой света. Через воздух, землю, дерево они не текут, а через металлы текут вполне хорошо. Наблюдаем мы их только косвенно, как ветер по ветвям деревьев. Эти частицы способны взаимодействовать с механизмами, и вот Редстоун при активации начинает светиться, то есть проводить эти самые частицы. Железные двери открываются как раз из-за воздействия этих частиц. Но активированные частицы Редстоуна опасны для многих животных. В наше время уже нет ни эндерменов, ни криперов. Все монстры умерли. Удивительно. То есть этот порошок может открывать двери? Не только. Со временем он заменит многое. Люди перестали охотиться, заниматься фермерством, рубить деревья. Все заменили автоматические машины на редстоуне и порошках. Но как же так? Зачем люди так себя обременяют? Что плохого в том, что было? Тогда почему ты используешь арбалет вместо лука? Ну, мне удобнее... То есть... Ну, ладно, твоя взяла. Нормального ты паука завалил. Здоровый. Из его толстого хитина получится неплохая одежда. Правда, только там, где тепло. Грег,
ты не мог бы укрыть его чем-то? А что такое? Просто я очень боюсь пауков. Серьезно? В вашем времени они что, стали еще страшнее? Ну, из-за редстоуна они стали размером с ноготь, но я все равно их боюсь. Ты смеешься? С ноготь? И ты боишься такой мелочи? Да, так уж вышло. Ладно. Давай ложиться спать. Иди в палатку, а я пока затушу огонь. Что это? Что? Там что-то происходит. Что у вас тут случилось? Криперы. Заряженные криперы. Вот дерьмо. Так, сколько их? Сложно сказать. Один рванул около жилого здания, недалеко от паба. Трех уже завалили, но говорят, что видели еще где-то. Понял. Так, остался последний. Арбалет цел? О, да. Да, да, арбалет цел. О, ну ты, блин, меня напугал. Я уж думал, не очнешься. Ага, не дождешься. Вот вы где. Что случилось тут? Привет, Томас. Да криперы с леса понабежали. Хотя, признаюсь, сначала на тебя подумал. Не в обиду. Слышь, Томас. Иди к Виктору в кузню, отдай ему тушу и пусть мерки с тебя снимет. Но как же... Скройся с глаз моих. Быстро. Ладно, ладно. Вы тоже свободны. Идите охраняйте периметр. Вас понял. Грег, прости, что напряг тебя с этим, но... Артур, Томас хороший парень. Он это доказал. Да, охотник из него такой себе. Но человек он хороший. Вау, не ожидал от тебя это услышать. Но почему ты с ним так груб? А чтоб не расслаблялся. Ладно, как я могу отплатить тебе? Лучшим подарком будет, если ты меня отпустишь домой. А, хорошо, хорошо. Так, мерки снял. Приходи вечером за готовой одеждой. Хорошо, спасибо. Да-да-да, давай. Тамар, это, Артуру привет. Что ж, Томас, вот и пришло время прощаться. Я уезжаю домой. Уже? Да, уже. Не скучайте без меня. Да по тебе соскучишься. И это... Томас. Что? Не держи обид, хорошо? Хорошо, конечно. Ну вот и славно. Пойду я. Пока. Пока, Грег. Давайте, не хворайте. Так, я предлагаю зайти в паб. Нам надо кое-что обсудить. Окей, хорошо. Вот так вот, да. Интересная история. А то, а я вот помню... Артур, Артур! А? Что случилось? Там письмо из Голденбурга.
Здравствуй, Артур. Я получил твое письмо и, скажу честно, очень недоволен твоим решением. В это тяжелое время каждый должен выбрать, за кого он. Ведь третьей стороны не существует. Ты либо с нами, либо против нас. Я бы хотел обсудить это. Лично. С глазу на глаз. Но не в связи с обстоятельствами. Предполагаю, что идти на контакты не хочешь. Это твое право. Но будь аккуратен с выбором. Потому что неправильный выбор может привести к смерти.